Привет-привет, мои прекрасные друзья. Мы вернулись из деревни домой. И тут я вам хочу показать, как здесь строят в свете власти. Видите, они кирпичи покрывают пенопластом. То есть утепляют. Это уже для круглогодичного использования. То есть эти дома теплые. Ну вот у меня теплый. Я пользуюсь, кстати, конвекторными печками. Ну все, любуйтесь морем. Только закончился дождь, мы как раз были в деревне, посадили все, что надо было посадить. Вот так, может быть, вам будет даже лучше. Видно. Вот пенопластик. Так, возвращаемся к нашим деревенским делам. Мы все посадили. Давайте покажу горы, чтобы вы понимали, что у меня есть и то, и другое. Вот, все хорошо. Да. Ну, я вообще всегда довольна всем. Мне же природа дарует то, что надо. Я же в полной гармонии с собой и с природой. Поэтому тут у меня все в порядке. Чего я вам желаю. Вот будьте хорошо настроены. Встречайте утро с улыбкой на устах. И мир ответит вам тем же. Он будет вас любить. Кто ищет любви, да любите вы вначале. Все придет. Ну что, обнимаю вас несебром. Видите, там несебр. Обнимаю вас морской любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.